Сегодня, согласно календарного плана спортивно-технического общества «Патриот», проводится турнир, называется «Стрелковое испытание. Определение индекса выживания». Индекс выживания – это некий относительный критерий определения уровня подготовки владельца краткоствольного оружия. Мы сейчас не говорим о том, кто это применительно, военный или там охранник, или гражданский. Это сейчас опускается. Именно интересует вопрос, как человек, используя краткоствольное оружие, может им управлять.